здорово, что есть музыка на разных уровнях. Нет, да, не примечательно. Сидит Людмила Даниловна Мишина, заслуженный работник культуры, и она руководитель хора «Русская песня». Я понимаю, что это немножко разные направления, русская песня и вокально-инструментальный ансамбль. И все-таки, ваше мнение, специалиста, пожалуйста. Я думаю, то, что вы это делаете, это просто здорово. Потому что 30 лет тому назад, вот я сейчас привезла фотографию, показывала, 30 лет тому назад проходили конкурсы вокально-инструментальных ансамблей, это было каждый год зрелище, каждый год. А сейчас вот сколько лет мы ничего не слышали, не видели, это просто великолепно. И здорово то, что у вас в клубе существует такой старинный, я даже назову его в кавычках, ансамбль, где можно молодежи поучиться, потому что это действительно настоящий вокальный ансамбль. Спасибо. Нет еще. Ну, вот Бермудский треугольник как выступал. Можно я вас? Трудно было выступать. Трудно. Волновались ли вы там на сцену? Так, с микрофонами разобрались или еще начинаете? Сейчас нас слышат в зале, жюри, фэн. Всем спасибо, что приехали. Что я без вас-то делал? Серега, ну что там? Я вам не скажу за всю Одессу, за Одессу очень.
будущими велика. Но и молдаванка, и крепко обожают горько маленько. Соня как-то в мае you
просто ясно. Давай!
вашу поддержку. Это была группа «Пропаганда», город Макошка. Макошка! Дорогие фанаты, вы знаете, глядя на вас, я поняла, быть фанатом группы «Пропаганда» надо иметь отличное здоровье. Даже надо столько скакать, а? И не остановиться. Yeah.
ничего не слышно. Да? Да. Так, меня видно там? Ага. Это я. Тебе бесплатно. А это Ирина. Вот мы посниматься пошли. И все, мы поснимались. Ну, ты вообще народ поснимать. Народ! Идите сниматься. Сниматься? Да, сниматься. А мне шоколадку. Я Макс. Мы с Аликом очень хорошие знакомые. Это Сосик. Его зовут Сосик. Он тащится от Нирваны. Вот и я. Вы все тащите. А я тащусь от Хипокриси. Хипокриси. Дальше. А мы встреваем по грандкору. Да. Ладно, похуй, я не зомбит. Нет, напалм зомбит. Давайте пейте. Это все сходка. Там уже ничего нет. Нет, это полсходки. Это часть сходки. Нет, это твоя. Я пирает пепси. А я пиво. Только нет пива, да? Вот это вот юный барабанщик, юный начинающий барабанщик. Его зовут Демон. Вот, посмотри туда. Сделал вот так вот. Он врется, очень врется от Слэйра. Он будет Дэйвом Ломбардо, да. Он пойдет заменять его в свое время. Слышали? Опять ее вставьте. Мы, короче, с Аликом вообще пьем только чуть пива и в основном пепси. Мы не пьющие люди. Маленькие. А вот мы пьющие. Да, ничего. Пиво. Так как это может быть вино. По свободной ноге. Какие пробки? А вот мы, да, вот мы все грайндовая банда. Грайндовая. Правда, новая, неизвестная, но неизвестная, но скоро очень будет известна. I'm on my time. He's broke. For everyone. Спойте. I have very bad posture. So sit and drink Penny Royal tea. Я позерством занимаюсь. Реклама, да, пропаганда. Я позер, люди. Пинай его. А вот она не понять, почем зависает, но явно забилась. Камеру ее давайте. Покажись. Покажи личико, открой. Нет, вы посмотрите. Да. Вот эти вот металлические наши девчонки. Да, да, это, знаете что, это самая лучшая группа, которая вот вообще есть вот это, в России, да? На ногах стоишь? Это вот эта Сепультура называется. Нет, вообще. Сепультура! Это если только в России. Напалм Дэнс. Заткнись, короче. Сепультура. По-любому Сепультура. Напалм. Вот даже можешь послушать. У меня вот на плеере Сепультура есть. Даже можешь послушать Сепультура. А я могу. Она все равно лучше Напалм Дэнса. Снимаем главный лозунг пропаганды. Да, фак ё. Тихо, отойдите все, смотрят. Все отойдите. Это фак милитаризм. Дайте милитаризм, правильно. Что значит ебать милитаризм? Присоединяйтесь все к нам. Ебать. Это знак пацифистский. Это значит нет войне. Присоединяйтесь к нам. Главный лозунг пропаганды. Пацифизм. Да. Фак милитаризм. Фак милитаризм. Фак милитаризм. Фак. Сепультура. Напалм Дэнс. Пропаганда. Братл Траст. Каждому свое. Все сказали. Вот это, короче, кот. Вот это кот. Вот это, я не знаю, кто он, короче, но он это с Бермудского треугольника. Видно на камеру, смотри. Вот он из Бермудского треугольника. Он, короче, нечто. Понятно, да? Вот он нечто. Нет, он служит это в Волчинцах, короче. Нигде я не служу уже. Короче, он пиздит вообще. Я работаю. А, да, он работает. Покрывается. Ты остаешься? Да. А тут не видишь. А тут снимают. Да, и в общем, такие вот дела тут на сходке. Да, и вообще, фестиваль был прекрасный. Да, это можно здорово посмотреть, да, на предыдущих записях. Последующих записях. Убедиться. Сходка-то вообще не здесь, вот сними пейзаж. А вот факт, что, знаете, вот у нас есть оператор такой, вот его зовут дядя Федор. Он из Простоквашино. А где кот этот? Кот Матроскин. Это Матроскин, вот он. Нет, кот Матроскин сейчас пилит в такой известной группе, как Suffocation. Вот это Матроскин. Вот это значит, это как его... Нет, это все гон. Нет, меня тут... Это Матроскин, да, это правильно. А вот это вот... Вот Эля.
Она этот, как его, Бобик или как его зовут, я не знаю. Шарик, меня можно назвать Гайд, но никак не Космос Троскин. Дай, пожалуйста, камеру. Я тебя сниму самого. Пожалуйста. Я тебя самого сниму сейчас, и все. Нет, пожалуйста, давай. Дайте новый альбом Нирваны. Вот тут, смотрите, новые песни. Сегодня будем слушать Сосиком их. А мы их уже послушаем. Вот, I hate myself and I want to die. Я ненавижу себя и хочу умереть. Вот так говорил Курт. Приобретайте кассеты Нирвана в рыбном порту, и вы будете довольны. Курт Кобейн. Rest in peace. Что, да? То бишь рип. Давай тебя сниму, Фил. Да, не знаю. Дай тогда я поснимаю, ты мне обещал, кстати, чуть-чуть. Сейчас кассета кончится, поснимаешь чуть-чуть. Подержать я обещал.